Представь, что ты слишком устал. Я получаю копейки. Меня не любят девушки. Да и я их не особо. Мне не за что кормить моих детей. Меня боятся все люди. В общем, одним словом. Я шахтер. Тебя достала школа, училище или колледж? Так, два блока. Так, подожди, стой. Два плюс три. Девять минус там. Да. Или тебя бросила твоя девушка или парень? Я любил тебя. Как ты могла мне изменить с ним? Как ты могла? И ты просто устал от всего. Что делать? Ответ очень прост. Стань пивоваром. Сегодня мы с вами станем пивоварами и попробуем, как быть самым счастливым человеком на сервере. Бочки, ингредиенты, рецепты, варенье и самое главное — дегустация. О, господи, какой же крепкий! О, он умер! Он умер от моего напитка! Лови аптечку, братан! Приятного просмотра! Всем приветики, друзьяки! Давно не виделись, ёпта! Я решил стать пивоваром. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы вступить в пивоварню, или в фракцию пивоваров, или в алкашлю, короче, просто говоря, нам нужно отправиться в резиденцию и пройти собеседование. Здравствуйте, я хочу стать пивоваром, и я пришел на собеседование. А, да? Это что за сарай? Кабинет заместителя резиденции. Кажется, я попал туда, куда нужно. Тук-тук? Или тук-тук-тук-тук? Тук-турук-тук-тук-турук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук? Тук? Здравствуйте. Фроська. Я на собеседование пивовара. Это касается как-то пивоваров? До свидания, спасибо. О, так, это парень по поводу говновоза, он еще... Так у вас говновоз свободен? Так, ладно, я пойду, короче, я не понимаю, что здесь делаю. Итак, мои сладенькие, что я могу сказать вам? Я уже чистый кровный пивовар. Теперь нам нужна пивоварня. Как ты не подумал, где-то пивоварню взять? Хотя, знаете, есть тут у меня не одна, ну, маленькая идейка, ну, совсем маленькая. Ну, абсолютно. Так, ну что, ребятки, я подошел к одной мурашки! Проверяет зрелость ягод. Интересно. Сейчас ты проверишь зрелость ягод. Гаси его! Гаси! А! Тут ПВП было отключено! Неловкий момент. Получай, чапалаха! Получай! Это моя пивоварня! Почему не бьется? Что такое? Что здесь не так? Фух. Кажется, убийство это не мое. Совсем не мое. Честное слово. Мы приобрели пивоварню. Итак, здесь уже имеются бочки. Бочки, я так понимаю, да. Просто ступеньки, пишешь табличку бочки, и можно открыть и посмотреть, что у нас. Да тут целая просто подпольная пивоварилка. Блин, кажется, владелец вернулся. Настоящий. Мы, кажется, не того убили. Эх, хороший пивовар был. Ну ничего, бывает. Что такое? Что поделаешь? А что, если не нужна пивоварня? Ладно. Ну что ж, ребятки, как вы поняли, пивоварню мы приобрели очень быстро. Нам не пришлось делать бочки, варилки, тёлки, курил... Извините, не то сказал. Купляем рецепт, и теперь купляем рецепт. Да, да, тупое вступление, но все же. Давайте купим рецепт. Как вы поняли, у меня достаточно денег для того, чтобы купить любой рецепт, наверное. Сколько? 220 тысяч! Кто это вообще делал, а? И самое главное, что в конце мы напоим весь сервер. Посмотрим, что из этого получится. Знаешь, запоминаем, берем ручки и листочки. Для этого нам нужно. Для красного вина мы открываем рецепт и смотрим. Рецепт красного вина. Красные ягоды, 6 штук. Как повезло. Случайность даже не думаю. Так, 5 минут кипения, бочка любая, 10 год выдержки. Да я сдохну до этого времени, и крепость 2. Ладно, нам нужно 6 ягод, черт, с водой. А где воду взять? Вода есть? Вода, пожалуйста. Воды, немножечко, чуть-чуточку. Вода, давай сюда воду. Итак, я раздобыл все необходимое. Также я раздобыл много воды и честно украл часы в соседнем здании, где-то там. В общем, не важно. Первое, что нам нужно сделать, это поставить котел.
и под него какой-то горящий блок или что типа этого. Заливаем туда нашу водичку. Так, водички я набрал много, поэтому водички хватит даже на джакузи. Ну ты понял, да? Записывай адрес. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как будто какая-то разминочка, да? Рецепт пшеничного пива! И что здесь? Это пшеница 7, 2 минуты кипения, бочка любая, 1 год выдержки, крепость. А где мне пшеницу-то взять? Пшеницу. Кажется, где-то видел здесь. Так, вроде какое-то поле, так сойдет, хорошо. Просто, мы просто не видим, меня не видит. Я просто гуляю по полю, ничего не особенного. Мне просто пару пшеничек нужно, буквально пару пшеничек. Черт, они, кажется, заметили. Куда, вор, что? Я просто пшеницы посычил, пару пшеничек и всего лишь. Я ж ничего не сделал. Не пейте меня, пожалуйста. Меня мама убьет, если я курточку забажу. Лошадка, быстрей. Че ты не... Че не садится? Блин. Достал пшеницу законным способом. Да, законным способом. Я ее взял, она росла. Просто, да. Я же забыл, оно 5 минут должно кипеть. 5 минут, уже 6 минут. А мне бутылочки нужны. Я забыл бутылочки. Как бутылочки сделать? А можно сделать с помощью вот этих вот панельных стекол? Нет, а можно стекло сделать из панельных стекол? Нет, а можно сделать панельное стекло из панельных стекол? Нет! Блин! Я все абсолютно понял. Друзья, нам нужен человек, который в этом разбирается, от которого просто веет градусом. Человек-профессионал этого дела, у которого мозг, блин, лучше, чем у Эйнштейна. Не в плане вида, а в плане IQ, понятное дело. Когда смотришь ему в глаза, ты видишь просто превосходство. Это просто само превосходство. Этот человек, этот игрок, этот персонаж, это что-то нечто. Это тот человек, который знает все, черт возьми. Он просто невозможен. Тот человек, который знает свое дело, от которого исходят лучи света. Я знаю, кто это. Ты что там стоишь, баран? Я тебя жду уже 5 минут. У меня есть рецепты, у меня есть ингредиенты. И у меня есть гриб. Вот, пшеница есть, все есть. Смотри, вот. Просто сотни пшеницы. Все есть, брат, все есть. Он сейчас нам покажет, понимаете? Этот парень знает все, он знает все. Он знает все. Что нужно для того, чтобы положить пшеницу в котел? Видимо, брак. Подожди, стой, нужно... Надо воду залить! А, он уже понял. Он... Не сомневайтесь в его профессионализме. Он профессионал этого дела, он профессионал. Не сомневайтесь в его профессионализме. Это просто, ну, жесть. Этот чувак просто сумасшедший. У меня была вода. Как ты это делаешь? Он просто превосходен. Бутылочки нужны, у нас нет бутылочек. Бутылки нужны, брат, мы не сможем забрать его, если... А где они? Я не знаю. Давай, ты сделаешь, мы сможем. Сделай большой бутылек. Я пробовал, так не получается. Есть, так, варево у нас имеется. Это что у нас? Пшеничка. Хм, прикольно. Так, березовая бочка, хорошо. Берешь в бочку нашу пшеничку. А что дальше? Выдержка какая, брат? Какая выдержка? Ну как, зачем? Вино делать и все такое. Типа, понимаешь? Да что это для вина вообще-то? Что это, поверь, это для вина. Это для вина в ягоды, в общем-то, собственно. Точно. Да. Это же эти, как его, господи. Клоповник. Да, клоповник. Или это бурьян. Ты что сделал-то, а? Ты что сделал? Братан, мы так можем потерять даже пивоварню. Это не моя. Точнее, это моя, но не моя. То есть я не знаю, чья это пивоварня. Перейдем к вину. Да. Перейдем к вину. Есть только 5 ягод. Нам нужно 6, есть только 5. Тогда здесь нужно будет 4. Блин, он гениален. 5 минут кипения. Блин! Черт возьми, что произошло, брат? Я залил уже в котел, все нормально было. Так, подожди, стой. Отлично, сойдет. Главное его не съесть. Да, ты прав. Ну вот смотри, я вот подумал. А почему здесь 3 ягоды нарисовано, а считается за 1? Это нормально? Не-не-не, не работает. Если докину дополнительных ингредиентов... О, докину! Ты видел? У меня получилось закинуть в котел! Черт возьми, я, кажется, перебрал... Я беру твою гениальность себе! Брат...
Вот, смотри. Здесь этот парень пришел. Вор. Да, это вор! Это вор! Фас. Так, а что здесь у нас? А почему там лук кипел? Камон, так, подожди, время. 5 минут! Пузырьков нет! Ай! Проблема! А где? А где проделся? Почему? Почему я остался в такой ситуации? Так, посмотрим. Ура! Господи, изысканное пшеничное пиво готово! У нас-то получилось! Мы это сделали! Черт возьми, теперь мы посвящены в пивовары! Так, про, подожди! Держи, брат! Братан! Братюля! Братикулик! Уху! У нас-то получилось, друзья, наконец-то! Вот, пивоваром быть не так уж и сложно. Нужна всего лишь бочка, зелеварки для дистилляции, рецепт, какая-то и вот такой гениальный человек. А теперь, как и обещал, соберем весь сервер и гульнем, как полагается, черт возьми. Ну что ж, друзья, я уже собрал своих близких друзей в крысиной норе. Это такое место называется в Тангоре. Если не бывали, то не бывайте, пожалуйста. Здесь воняет и постоянно где-то мыши лазят или еще что-то. И сейчас они будут пробовать мой напиток. Абсент, который я сварил сам. Наверное. О, господи, что здесь происходит? Итак, ребята, сегодня я стал пивоваром. А что главное... У пивовара, это правильно. Каждый божий день проставляться. Причина не нужна для того, чтобы выпить, верно? Это же нормально. О, вы уже со своим, да? В общем, сегодня, пожалуйста, прошу попробовать мой абсент, который я сварил своими руками. Вот, держите. Вот абсентик, у меня его просто... Просто уйму. Поделитесь с другими и давайте выпьем за меня, за то, что я наконец-то стал пивоваром. О, воу-воу-воу, я не на это рассчитывал. Пацаны, это что за перекличка началась? Что за перекличка началась? Я не понял, у меня больше нету. Пацана прям попёрло. Почему-то так? А почему? Да, друзья, вот как, короче, жизнь пивовара. Вот так она и проходит. Ну, а если понравился видеоролик, то, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал. Ну, и я сделаю что-то наподобие, в общем-то. И да. Оу. Всем спасибо. Пацаны, тут надо будет потом убраться после этого всего. Пацаны, сегодня такой день, что можно... О, господи, какой же крепкий! О, он умер! Он умер от моего напитка! Лови аптечку, братан! О, кажется, мне совсем... О, я тоже умер. Причем очень быстро. Я умер, и причем очень быстро.